Система жидкостного охлаждения гораздо эффективнее справится с отводом тепла, чем обычное воздушное охлаждение. Может быть установлено на процессор, видеокарту, оперативную память и чипсеты материнской платы. Необслуживаемое СЖО является готовой герметичной сборкой с уже залитой жидкостью. Проста в установке, но модернизация невозможна, а замена жидкости будет проблематична. Радиатор можно установить только в небольшой области рядом с процессором. Обслуживаемая система – это комплект отдельных элементов, которые собираются самостоятельно. Можно модернизировать все, добавить водоблок для видеокарты, удлинить трубки, заменить радиатор, жидкость и другое. Не рекомендуется для новичков, так как при монтаже есть повышенный риск протечки и загрязнения жидкости. DDS-помпа способна прокачать до 1000 литров в час с максимальным давлением до 5,2 метра. Компактная, что удобно для небольших корпусов, но шумная и сильно греется. Помпа D5 имеет увеличенную скорость потока до 1,5 литра в час при максимальном напоре 3,9 метров. Медный радиатор обладает высокой теплопроводностью и обеспечивает эффективный отвод тепла. Алюминиевый легче и дешевле, однако его теплопроводность и эффективность ниже. Рассеивающая мощность радиатора должна быть выше, чем у охлаждаемого элемента на 30-50%. Чем больше площадь и количество секций у радиатора, тем лучше он будет отводить тепло. Монтажный размер радиатора определяется количеством вентиляторов на нем. Односекционного хватит для одного компонента охлаждения. Двухсекционный пригодится для одного компонента под разгоном. Трехсекционный радиатор используется для построения контура из процессора и видеокарты. Четырехсекционный нужен для нескольких охлаждаемых компонентов или для того, чтобы добиться минимального уровня шума системы под разгоном. При автоматической регулировке оборотов вентиляторов система сама контролирует скорость их вращения в зависимости от температуры охлаждаемого элемента. Ручная позволит изменять скорость самостоятельно с помощью Реобаса или BIOS. СЖО обычно подключается через 3 или 4 пин-коннекторы. Регулировка оборотов от 3 пин производится только ручным методом. При использовании 4 пин можно узнавать текущую скорость вращения вентиляторов через программы мониторинга. SATA 15 пин и Molex подойдут тем, у кого заняты все свободные 3 и 4 пин-коннекторы. Работа с мягкими шлангами проще, что подходит для новичков. Жесткие трубки позволяют создать эстетически ровную сборку без провисших шлангов, но требуют опыта в установке и дополнительного инструмента. Некоторые водоблоки, совмещенные с помпой, имеют дисплей, на котором выводится информация о температуре, скорости вращения вентиляторов, частоте и другие данные. Защита от протечек представлена специальной эластичной емкостью, стенки которой растягиваются при избыточном давлении. Теперь вы можете подобрать нужную именно вам систему жидкостного охлаждения. С вами был ДНС. До встречи!